Да, вы знаете, вот это уже стало такой традицией наших западных коллег, и видите, проникает уже это даже в мысли и в самовосприятие таких всегда нейтральных, умеренных стран, как Швеция, и тем более это проникает, этот менталитет проникает в умы представителей средств массовой информации. Когда вы так требовательно спрашиваете, что Раша, что, господи, Раша, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, ну это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде, и те основы, на которых строится вся современная архитектура международных отношений, которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне и имеет сейчас вид Организации Объединенных Наций, все ценности, которые изложены в ее уставе.